Уже год в Курске реализуется уникальный проект «Социальная гостиная», где помогают женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как уберечь себя и детей от насилия и начать новую жизнь, расскажет Екатерина Болдырева. Они не любят рассказывать о прошлом. История семейной жизни этих мам с трагичным финалом. Олеся одна воспитывает двоих детей. В начале ноября женщина с малышами сбежала из дома. Терпеть насилие от мужа не было сил. Понимание и поддержку нашла в социальной гостиной. Всего несколько дней и пару бесед со специалистами центра. Олеся поверила, в 24 года жизнь не заканчивается. У нее все еще впереди. Социальная гостиная – это все-таки для меня дом. Она стала как-то чем-то родным. Ну и помогла, конечно, все-таки отстать от этого прошлого. Перспективы все-таки обновить материнский сертификат, куплю себе какое-нибудь общежитие, устроюсь на работу, дети будут ходить в сад, ну, как все. Специалисты центра помогают Олесе с воспитанием детей. 4-летний Никита и 3-летняя Карина уже адаптировались к новым условиям. Нравится? Нет. И тебе нравится? Для нужд гостиной приспособили обычную 4-комнатную квартиру в жилом доме. Помощь мамам оказывают социальные работники, медики и юристы. За год здесь побывали почти 300 женщин. Мы ищем выходы вместе с мамами. Мамы приходят с разными вопросами, начиная от юридических вопросов и заканчивая просто какими-то бытовыми вопросами. Мы стараемся, конечно, помочь в каждом вопросе. У всех дальше по-разному сложилась судьба. Кого-то выдали замуж, кто-то сошелся, наладился быт, кто-то получил свое жилье. То есть у нас всякие бывают варианты, но все положительно. Сейчас в социальной гостиной могут разместиться 8 мам с детьми, однако нуждающихся в помощи гораздо больше. Мы будем расширять, потому что не всех мы сможем сегодня принимать, поэтому есть необходимость в расширении. В развитии. Можно, конечно, где-то в другом микрорайоне, но уж определили здесь, поэтому будем работать вот именно, чтобы здесь. Социальная гостиная – это не просто квадратные метры для временного проживания женщин с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это стартовая площадка в новую, более счастливую жизнь. Екатерина Болдырева, Антон Судженко, телеканал «Семь».